периода было ровных, потом в третьем периоде мы их переиграли, реализовали 5-3. Но у нас еще много работы впереди, особенно в большинстве. Насколько тяжело, насколько некомфортно вот для нашей команды играть с таким соперником, который в агрессивном стиле действует? Да я бы не сказал, что агрессивный этот стиль. Это я играл там за океаном, так не играет нормально. Это они приехали сюда и что-то как-то жалуются судьям постоянно, там, что у нас там удаляют, они падают. Но вот все посмотрите повтор, третий, когда 5-3 они остались, чисто мне в спину толкнул, еще потом добавил в голову. Если так играть и потом жаловаться, но я не вижу смысла как бы в таком хоккее просто-напросто. Пожалуйста, потом будет плакать счет на табло. Кстати, вот о том моменте, как самочувствие, как себя чувствуете? Да нормально все, просто немножко обидно просто. Но самое главное, что мы забили, наказали их за это, а обиды все пройдут. Ваш заброшенная шайба, как ее прокомментируете, вы целенаправленно бросали по воротам или все-таки наброс был? Ну, я больше набрасывал, там как бы уже сзади меня под этот догоняли, уже съедали, я уже с разворота набрасывал, но повезло, попал между ног вратарю, не ожидал, хорошо, что забил. Лучший снайпер команды, вы, вам это добавляет уверенности или наоборот ответственности? Или не думаете об этом? Ну я об этом особо не думаю, не считаю. Как бы вы постоянно после каждой игры приходите говорить об этом, как бы. А так ответственность на нас лежит, на всех, поэтому мы выходим, работаем как одно целое.